Чуть больше месяца осталось до единого дня голосования. В Краевой избирательной комиссии активно готовятся. Избиркомы, уполномоченные по правам человека, подписали специальное соглашение, которое должно сделать выборы прозрачными и, что самое главное, честными. Мы живем в такое время, когда наше общество созрело к переходу к новому качеству политического мышления. Для этого только нужно, чтобы общественность была убеждена, что выборы прошли честно и откровенно, что власть полностью легитимна, имеет право на серьезное решение, которое исходит от большинства. Говоря простым языком, соглашение дает возможность обмена информацией между Краевой избирательной комиссией и омбудсманом по правам человека. На практике это будет так. Все обращения или жалобы от избирателей будут рассматриваться сообща. Нарушителей выборного режима накажут в два раза быстрее. Буквально по горячим следам. Особенно в период избирательных кампаний нам очень важно общаться всем вместе. Особенно при рассмотрении обращений граждан, которые поступают не только в систему избирательных комиссий, но и к уполномоченному по правам человека. Качественное рассмотрение этих обращений – это залог успешного проведения избирательной кампании, прежде всего вот этих избирательных кампаний, которые пройдут 18 сентября этого года. Работает и горячая линия для обращений. Позвонить туда можно уже сейчас. Пока зарегистрировано 137 звонков, связанных с предстоящими выборами. В этом году у телефона появилась функция аудиозаписи. Это нужно для отчетности и дальнейшего анализа обращений. Анастасия Романова, Александр Лукьяшко, АТВ «Ставрополь».